Если человек чувствует, что он ощущает вкус праха в своем знании, понятно, что он хочет выйти из этого, ведь он же страдает. Так почему это называется выйти выше знания? Смотри, он начинает получать новые понятия. Что находиться внутри знания и в прахе невозможно так существовать. Не потому что плохо ему, а потому что он начинает получать определение, понятие по отношению к Творцу. А что меня толкает к тому, чтобы я вышел из знания? Чтобы я был выше знания? Когда ты видишь, что это конец и ложь. То есть сзади меня толкают выйти, чтобы я был выше знания, они спереди меня тянут к этому. Ты стремишься вперед, ты просишь силы, чтобы у тебя были силы устремляться вперед. А что значит вперед? Вперед это к Творцу, к отдаче, к объединению. Но когда ты находишься во вкусе праха, ты должен согласиться с тем вкусом праха? Это как наполняют тебя силой. Вопрос, должен ли человек соглашаться с этим состоянием, которое он получил, то есть прахом, но или не соглашаться, и должен выйти из этого? Разумеется, не соглашаться, желать выйти из этого, хотя он видит, насколько этот прах, это как болото, затягивает его внутрь. Спасибо.